из нашей линейки самый недорогой лук. Это гибрид. Подходит для хранения, лежит в хранилище, проводили в феврале, брали его с хранилища, сдавали в лабораторию, проводили анализ на наличие болезни, на наличие патогенов, то в принципе, никаких заболеваний в луке не было. По сравнению с остальными луками, которые мы видели в хранилище, он не прорастает. То есть в момент окончания хранения у лука бывает проблема, это прорастает зеленое вот перо, начинает опять расти. По Константе ни одного не хранился в ящиках деревянных, если были на Аргентине, видели большие крапа эти кубовые. То есть ни одного лука, если не было с пророщенной хвостью. То есть для хранения подходит отлично. Урожайность больше 100 тонн с гектара при, опять же, хорошей технологии. И лук идет для, это поздний лук, 115-120 дней срок вегетации. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.